1 октября бюджетникам поднимут зарплату на 6,5%. Вместе с июньской индексацией надбавка составила 13%. Обеспечить повышение зарплат должны местные власти, федеральное правительство при этом обещает помочь, пишет российская газета. Уже в следующем году загранпаспорт будут оформлять за 2-3 дня. Сейчас эта процедура занимает минимум месяц. Кроме того, в паспортных столах должны исчезнуть очереди. Это станет возможно с помощью системы «Электронное правительство», которая начнет работать с 1 октября. Вакцина против гриппа «Гриппол плюс» поступила в хакасские больницы. Более 24 тысяч доз предназначены для дошкольников и школьников. По данным Роспотребнадзора, ОРВИ переболело уже 1500 республиканских ребятишек. День сердца в Хакасии отметят массовыми обследованиями здоровья жителей республики. В ходе акции медики измерят давление, уровень холестерина и сахара крови. Вычислят индекс массы тел. После чего врач-терапевт даст рекомендации по здоровому образу жизни, сообщает пресс-служба Минздрава Хакасии. Сама акция пройдет с 26 по 30 сентября. В Хакасии, как и по всей России, отмечается День воспитателя и работников дошкольного образования. В республике функционирует 176 учреждений для детей дошкольного возраста. Воспитанием дошколят занято 2408 педагогов и работников дошкольного образования, сообщает информагентство «Хакасия».